Всем привет, ребята! Салют, друзья! С вами Сергей Интересный. А также я, Фикус. Мы сейчас на море. Жара! Постоянная жажда. Так как сейчас сезон арбузов, мы их не только едим, но и пьем. Короче, арбузы сейчас наш основной рацион. В общем, скопилось очень много пустых арбузов. Мы долго думали, куда деть эти остатки. И решили сделать из них лодку, на которой мы поплывем в чистое море. Для того, чтобы нам сделать лодку с арбузов, нам нужно эти пустые арбузы чем-то наполнить, потому что так они поломаются. Поэтому мы решили наполнить их нашей уже любимой монтажной пеной. Теперь мы подрежем пену, которая торчит из дырки. Мы привезли арбузы сразу на море, для того, чтобы не возникало проблем с транспортировкой этой лодки. Вот, поэтому сейчас мы будем собирать ее уже сразу на месте. Каркас нашей конструкции будет вот такая проволока. Мы будем нанизать арбузы на нее и соединять в разных местах. И, в общем, получится такая конструкция. Чтобы арбузы было легче нанизывать, мы выравниваем проволоку, которая была скручена. Мы перевернули нашу конструкцию вверх дном для того, чтобы начать крепить борта, после чего мы будем ее испытывать. Пора ее проверять. Она не тонет, и это уже круто. Плывет так быстро вообще. Доволен? Доволен. Ютюрбузер. Ребята, я кайфую вообще. Мы хотим, чтобы вы оценили нашу арбузную лодку. Если она вам понравилась, вы обязательно поставьте палец вверх, или же поставьте палец вниз, если она вам не понравилась. Но обязательно что-нибудь поставьте. Нам очень важно ваше мнение. А также оставляйте в комментариях что-нибудь интересненькое. Ваше мнение о данном ролике, о роликах наших вообще. Нам все всегда интересно, и каждый комментарий мы перечитываем лично. Подписывайтесь на канал. Потому что мы постоянно вас будем удивлять, вы об этом знаете. Мы каждую неделю заливаем очень-очень интересный, крутой видосик. Правильно? Да. Спасибо вам за просмотр. Спасибо. Всем пока. Пока. SZ Shop. Магазин стильной одежды. Здесь ты найдешь для себя яркие принты на все случаи жизни. Также есть возможность создать свой собственный принт. Доставка по всему миру, оплата при получении. Сейчас на них в группе проходит конкурс, где вы можете выиграть приз, футболку. Заходите на сайт